Сейчас 43. Образование. Ой, не работает. Потому что понаделали все платное, скоты. Второе. И бесплатность дошкольного, основного, общего и среднего профессионального образования в государственных муниципальных образованиях. Да. Ну что-то хорошего там нету. Бесплатного. Фигня. Третье. Курской основе бесплатно получить высшее образование. А почему конкурсное? Зачем мне это? Я не хочу в конкурсах участвовать. Подделки все ваши конкурсы, говно. Четвертое. Обязательно основное высшее образование. Ну да, только я бы покороче бы сделал, там сколько считать и все. И нафиг там. Не нужна химия людям там в основном. Родители их лица, заменяющие, обеспечивающие получение детьми основного общего, что обязательно родители и лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Родители обеспечивают. Что значит обеспечивают? Платят, что ли? Нужно бесплатно. Пятое. Устанавливать федеральные государственные стандарты, поддерживать различные формы образования и самообразования. Да, ни о чем. Хорошо. Пять. 44. Свобода гарантируется художественно, научно-технического творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность храняется законом. Интеллектуальная собственность мошенников. Мошенники заправляют всем. Второе. Право участия в культурной жизни. Да. Ну платить надо, блин, за музеи. Ни хера денег. Нету народа. Третье. Каждый обязан. Культурное наследие, памятники истории, культуры, да, ни о чем. 45. Защита прав и свобод человека гарантируется. Вроде это было уже раз 100. Слаще не стало, стало хуже. Каждый вправе защищать свои права всеми способами, не запрещенными законом. Какими способами? В суд обращаться? Государство на государство жаловаться? Шли в жопу. Статья 46. Каждому гарантируется судебная защита. Ага. Государство прижало, иди государство. Сволочи, сволочи. Зажали людей. Второе. Решение или бездействие могут быть обжалованы в суд. Да понял я. Не работает суд и не будет работать. Третье. Каждый из международных договоров обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все внутригосударственные средства правовой защиты. Куда обращаться? Межгосударственные органы? Нет, там не признают уже. Пожалуйтесь. Это надо и денег, по-моему, много. Что-то... Европейский суд обращаться и не признают, там уже не признают, не работает, да, жалко. Статья 47. Никто не может быть решен рассмотрением дела судьи и тем судей, которым отнесено законом. Да, ну может быть просто заслужен как раб, нормас. Второе. Обвиняемый в совершении преступления, присяжных заседателей. Да, хорошо. Но судебные заседатели, как я обычно, там то же самое. Подкупные, запугиваемые. 48. Юридической помощи оказывается бесплатно. Не бесплатно, как с медициной, с налогов. Что за... Хватит нести чушь. Каждый задержанный имеет право пользоваться помощью адвоката, защитника с момента задержания, отключения по страже или предъявления обвинения. Хорошо, но не используйте этого, которого вам пихают. Он вражина. Статья 49. Каждый обвиняемый считается невиновным, пока виновность не будет доказана суда. Ну, будет доказано, что скажет. Виновен ты, раб. Второй. Обвиняемый не должен доказывать свою невиновность. Хорошо.
Неустранимые сомнения в виновности толкуются в пользу обвиняемого. В пользу... Что я не очень понял эту фразу. Ой, какая-то сложная фраза. Сомнение виновности. То есть, как бы... Что сомнение, что мы сомневаемся, что-то раб там запердел, и что-то там... Ну, как бы мы сомневаемся, и значит, он не виновен. Но как-то надо внимательнее почитать. Очень плохой раздел. 49.3, статья 50. Никто не может быть повторно осужден. Хорошо. Второе. Пресечение правосудия и использование доказательств с нарушением закона. Нарушается, там делают подставы, типа там давай-давай, хочешь кого-то убить, сами делают. Нельзя это делать. Сами делают там всякие гады. Каждый осужденный за преступление на пересмотр приговора. Также просите помилования или смягчения наказания. Не особо работает, но если ты какой-то вор, богатый, да, это работает. Статья 51. Никто не обязан свидетельствовать против самого себе, своего супруга, близких родственников. Хорошо, хорошо, да. Не свидетельствуй, ничего не говорите гнидам. Могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Да. Что-то там крутят чинуши. 51-й, 2-й. Статья 52. Права терпевших от преступлений и злоупотребления власти охраняются законом. Страна обеспечивает терпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Пустозвонство. У рабов нет прав. 53. Опять. Ничего, нету прав людей. 54. Закон, устанавливающий ответственность, обратной силы не имеет. Если потом что-то решили, что ты вот сейчас раб что-то пердел, и тебя посадили, но потом через год решили, что ты не раб, вроде ты все равно должен сидеть. Что-то такое. Так, второе. Момент совершения. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент совершения признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность не устранена и смягчена, применяется новый закон. Если позже, после совершения... Ну, как бы, что-то тоже не до конца не понял. Если вот, как бы там 10 лет дали за то, что ты говоришь, чинуши гады, а потом вроде пришли нормальные люди, должны тебя освободить. Это так. Статья 55. Перечисление прав, свобод не должно толковаться как отрицание, умаление других общепризнанных прав, свобод человека. Ну, хорошо. Второе. Не должны издаваться законы, умаляющие права и свободы человека и гражданина. А издаются, и сама Конституция сама себя нарушает. Что дальше-то? Все. И это существует много-много лет. Права и свободы человека могут быть ограничены законом. Какое-то необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственного здоровья, прав, законных интересов других лиц. А если все равны, то как могут быть ограничены? Ты определись, человек. Обороны страны и безопасности государства. А, ну вот сейчас чинуши там как бы варьё хотят, прикидываются страной, как и... Ну, фактически прав и не было. Ну, какие-то грамулечные, что-то там референдум какой-то провести. И сейчас просто они говорят, сдохните, люди все. Статья 56. Условия чрезвычайного положения, защита конституционного строя могут становиться ограничением прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Ну так вечно укажут и все. Чрезвычайное положение может вводиться при наличии обстоятельств в порядке, установленных федеральным конституционным законом.
Да, чрезвычайное положение, оно фактически существует все время, все вот эти ужасные, сколько там, 17 лет. Оно может стать только хуже, ужасно. Умерло миллионы, еще умрут. Отстой, потому что все эти строи, отстой. Человек всегда тупит. Не подлежат ограничению права свободы, предусмотренные статьями. Так, это важно. 20-е, 21-е, 23-е. Так, давайте откроем ее тогда. А. Не понял. Часть первая, это что? А, я думал, глава первая. Нет, не глава. Статья 20, 21, 23. Каждый имеет право на жизнь. Ага. Достоинство остается. Двадцать три. Право на неприкосновенность частной жизни. Доброго имени. Угу, хорошо. Двадцать четыре, 28, 34. Чрезвычайное положение. 24, 28, 34. Вот, хранение. 24, 28. Тридцать четыре. Каждый имеет право своих способностей. Экономическая деятельность. В чрезвычайном положении экономическая деятельность. Что за бред? Сейчас-то ее нету. Чушь вообще, чушище. 40. Жилище. Угу. В чрезвычайном положении нельзя, короче, тебя с аварийной твоей халупени выкидывать. Чушь, не работает. 46, 54. 46 по 54. Суды все равно остаются. Суды. Юридическое. Виновным. По какой? По 54. Осужден. Свидетельствовать не надо. Право обеспечивает. Возмещение вреда. Закон, устанавливающий тяготящую ответственность, обратные силы не имеет. То есть установили и сиди, что ли? Что-то не очень я понял. Что там? Так, 57-я статья. Налоги и сборы. Закон, устанавливающий новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Обратной силы. Новые налоги. То есть приняли и плати, что ли? Что за бред? А где... Каждый обязан платить. Каждый обязан решать, что за налоги будут. 57-я статья. Ты спятила, что ли? Каждый обязан сохранить природу,
и землю любить, да, хорошо. Ну, просто.